девать инъекция, уравнение поверхности, уравнение плоскости и прямой пространства и их виды, их отношения, расстояние от точки до плоскости. Сначала рассмотрим уравнение плоскости и пространства. Определение. Плоскость – имметрическое место точек пространства, координаты которых удовлетворяют уравнению первой степени относительно переменной x, y, z. Далее рассмотрим уравнение ax плюс y плюс z плюс d равно 0, то есть уравнение 9.1. Называется это уравнение общее уравнение плоскости. Где а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат не равно нулю. Это первый вид уравнения плоскости. Общий вид. Следующий вид уравнения плоскости. То есть уравнение плоскости в отрезка. Рассмотрим уравнение 9.1. Если все коэффициенты и переменных а, в, с не равно нулю, то разделив обе части уравнения, надо получим уравнение x деленное на a плюс y деленное на v плюс z деленное на c равно 1, где a равно минус d деленное на a, v минус d деленное на v, c равно минус d деленное на c. То есть уравнение 9.2. Называется уравнением плоскости в отрезках. То есть по x вытекает точки А, по y точки В и по z точки c. Можно построить через три точки плоскости. Я начал 9-ю лекцию уравнение плоскости и прямое в пространстве. Вот первый вид уравнения плоскости это в общем виде формула 9.1. Вот и второй вид рассматриваем и получаем от формулы 9.1 называется уравнение плоскости в отрезках. Уравнение плоскости в отрезках. И отметим как 9.2. Пример. Первый. Привести уравнение плоскости, это задано в общем виде, уравнение плоскости 2х минус 3y плюс 4z минус 8 равно 0. К виду уравнения в отрезках.
решение. Найдем величины А, В, С. Отрезков. Отсекаем их плоскостью на осях. Соответственно. Заново записываем уравнение плоскости в общем виде. И свободный элемент 8 переносим на правую сторону. Вот переносили. Уходит 2х минус 3у плюс 4z равно 8. Дальше в обе части уравнения разделяем на 8. Вот. Разделим на 8. В результате выходит 2 8х минус 3 8у плюс 4 8z равно 1. Далее. Где можно сократить, сократим. Выходит х деленное на 4 плюс y. Так, у y 3 8 не сокращается, поэтому дробь переворачиваем с минусом, отправим знаменатель. То есть выходит 8 третьих с минусом. Плюс где также сокращается, где берем на 2. Равно 1. То есть А равно 4, В равно минус 3 8, 8 третьих, и С равно минус 2. Таким образом мы нашли значение А, В, С, отсекающей плоскости в оси АП. ОХ, ОУ и ОЗ. Задача решена. Дальше. Следующий вид уравнения. Плоскость, проходящая через точку М с координатами х0, y0, z0, имеет вид А, скобки х минус х0, плюс В, скобки y минус y0, плюс С, скобки z минус z0, равно 0. И это уравнение есть 9,3, то есть третье уравнение плоскости, где плоскость с нормальным вектором n, координаты нормального вектора А, В, С. Вот А, В, С, нормальный вектор. Нормальным вектором к плоскости считается вектор перпендикулярный к плоскости. Второй пример. Дан точки М1 с координатами 2, минус 1, 3. И М2 с координатами 4, 5, 8. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку М1 и перпендикулярную к вектору М1, М2. Решение. Уравнение связки плоскости, проходящей через точку М1, будет иметь вид А, скобки х минус 2, плюс В, скобки y плюс 1, С, скобки z минус 3, равно 0. Это уравнение 9,3. Туда поставили. Где 2, минус 1, 3 – это координаты точки М1. Теперь нам надо определить А чему равно, Б чему равно, С чему равно. Нормальный вектор искомой плоскости М – это есть вектор М1, М2, через точку, которая проходит, и имеет координаты 2, 6, 5.
то есть последнего М2, с точки координаты М2 вычитаем координаты М1, соответственно. 4 минус 2, 2. 5 минус, минус 1, 6. 8 минус 3, 5. Поэтому вот выходит координат. Теперь это координаты означают это 2А, 6В, и 5С. И подставляя к уравнению связки, получим от места А поставить 2, х минус 2, скобки плюс 6, скобки y плюс 1, и плюс 5, z минус 3 равно 0. Раскрыв скобку, привести подобные слагаемые, записав в стандартном порядке, то есть x сначала, потом y, потом z, мы получим уравнение плоскости в общем виде. 2х плюс 6y плюс 5z минус 13 равно 0. Это есть уравнение искомой плоскости. Таким образом мы нашли уравнение плоскости. То есть это уравнение плоскости проходит через М1, причем перпендикулярно к вектору М1, М2. Дальше. Уравнение. Рассмотрим уравнение. Х косинус альфа плюс y косинус бета плюс z косинус гамма равно π. 9,4. И называется уравнение плоскости в нормальном виде. В нормальном виде. И μ, то есть равно 1 отделенный плюс минус корень квадратный от а квадрат плюс 2 квадрат плюс c квадрат. Формула 9,5 нормирующий множитель называется. А если получится здесь, сейчас поставим тет. Вот теперь правильно. Пример третий. Привести уравнение от плоскости уравнения в общем виде задания. 2х минус 2y плюс z плюс 15 равно 0. К нормальному виду, то есть к нормальной форме. Решение. Сначала находим нормирующего множителя по формуле 9,5. Это минус. Единица деленная на корень квадратный. 2 квадрате. Плюс минус 2 квадрате и плюс 1 квадрате. Так как а у нас равно 2, в равно минус 2 и 100 равно 1. В результате выходит минус 1/3. Это нормальные уравнения, когда нормальные уравнения не длит. То есть это полученный результат перемножен к заданной уравнению. Минус 2/3 х плюс 2/3 y минус 1/3 z и минус 5 равно 0. Это и есть нормальный уровень. То есть здесь косинус альфа равно минус 2/3, косинус бета равно 2/3 плюс и косинус гамма равно минус 1/3. Такой нормальный вид. Так, теперь здесь отошел немножко. Рисунок нечем.
хорошо летал. Можем дальше рассмотреть. Так, четыре вида уравнения плоскости показывают. Далее, пусть данные точки М1 с координатами x1, y1, z1, М2 с координатами x2, y2, z2, М3 с координатами x3, y3, z3. Пусть произвольная точка М, тут радиус вектора пропущен, пусть произвольная точка М с координатами x, y, z лежит на искомой плоскости произвольной точки. Для этого необходимо достаточно, чтобы векторы, тут знак вектора что-то отошел, М1, М2, М, М1, М, М1, М2, М1, М3 было компланарным. Рисунок 1. Вот. Все эти точки лежат в одной плоскости. Тогда они называются компланарными. М1, М, вот, середина, М1, М2 и М1, М3. Если они компланарные, то их смешанное произведение равно нулю. Это рисунок один. Чтобы рисунок сюда попал. Вот векторы, радиус векторы написаны здесь. R1 имеет координаты x1, y, плюс y1g, плюс z1k. R2 имеет координаты x2, y, плюс y2g, плюс z2k. R3 имеет координату x3, y, плюс y3g, плюс z3k. И R имеет координату x, y, y, z, k. Радиус вектор точки E искомой плоскости. Два раза написано. От радиус вектора теперь можно составить вот смешанные произведения, так как они компланарные. Это радиус вектора, это первая скобка означает М1, М, следующая скобка означает М1, М2, следующая скобка означает М1, М3. Тут все Е, тут Р1 должно быть, и здесь Р2. И смешанные произведения равно нулю. Или координатной форме, вот в таком виде, определитель третьего порядка. X минус x1, первая строка y минус y1, z минус z1. Вторая строка x2 минус x1, y2 минус y1, z2 минус z1 равно 0. И третья строка x3 минус x1, y3 минус y1 и z3 минус z1. То есть она определитель равно 0. Это формула 9.6. И это формула 9.6, это четвертый, пятый вид, четвертый у нас же был. Да, четвертый вид. Это пятый вид
уравнение плоскости, проходящей через три данные точки. Это данные точки считаются М1, М2, М3. А М это вспомогательные точки. Пойдем. Пример 3. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки М1 с координатами 2, М1, 3, М2 с координатами 4, 1, 5 и М3 с координатами 1, 2, минус 4. Решение. Все точки имеют координаты, поэтому мы можем сразу поставить формулу 9,6, то есть определитель третьего порядка. Потом приравниваем определитель к нулю. Первая строка x минус 2, это координаты М1, y плюс 1, также, z минус 3, также, М1. Остальные координаты, вот вычитаются от координаты М2, М1, это будет вторая строка. То есть 4 минус 2, 2, 1 минус, минус 1, опять 2 будет, 5 минус 3, 2. Дальше третий координат, третья строка от определителя. Это с третьей координаты вычитаем первый. То есть от М3 вычитаем координаты М1. 1 минус 2 минус 1. 2 минус минус 1. 3 уходит. Минус 4 и минус 3. Минус 7 уходит. Вот приравним к 3. Дальше. Разложим определителя по элементам первой строки с помощью алгебраического дополнения. Вот пересечение у нас стоит. Х минус 2. Это будет минус 1 степени во второй степени будет 1,1. И не остается минор. 2, 2. 3 минус 7. Так минус 14 будет. И так минус 6. Выходит минус 20. Вот первый. Дальше. Y плюс 1. Вот этого столбца убираем. Тогда остается минор. 2, 2, минус 1, 7. То входит минус 14, так, и плюс 2. 12 уходит. Минусом, и по формуле минус 10, поэтому плюс 12 уходит. И последний. Z минус 3, это последний столб, что выбираем. Остается минус 2, 2, минус 1, 3. Здесь впереди плюс, так как это элемент имеет индексы 1, 3. В результате выходит 4, минус 1, 4, степень, плюс 1. Так, посчитаем минор. 2 на 3, 6. И минус 2, по формуле минус, плюс 2, 8 выходит. Теперь скобки раскрываем и переумножаем. Если сокращается на что, тогда сократим. И здесь очевидно, что сразу можно сократить на 4. Тогда здесь минус 5 остается, 3 остается и здесь 2 остается. В результате мы получили 5х минус 3y минус 2z и минус 7 равно 0. Это и есть общее уравнение плоскости.
общее равное. То есть. Таким образом, пять видов уравнения плоскости проходили. Теперь угол между плоскостями. А1х плюс В1у плюс С1з плюс D1 равно 0. Это первая плоскость. Следующая плоскость имеет уравнение А2х плюс В2у плюс С2z плюс D2 равно 0. А угол между ними определяется по формуле. По формуле косинус π, это с помощью скалярного произведения. А1 умножено на 2 плюс В1 умножено на 2 плюс С1 умножено на С2 числителе. Делено на корень квадратный. Под корнем А1 квадрат плюс В1 квадрат плюс С1 квадрат. И умножено этот корень. Опять на корень квадратный, под корнем А2 в квадрате плюс В2 в квадрате плюс С2 в квадрате. Это и есть формула 9,7. И с помощью косинус π мы определяем угол между плоскостями. Теперь от формулы 9,7 выходит следующее условие. Условия параллельности плоскости, если их соответствующие значения А1 делено на А2 равно В1 делено на А2 и С1 делено на С2, они равны по плоскости параллельной. И выходит условие перпендикулярности плоскости. Это выходит А1 умножено на А2 плюс В1 умножено на В2 плюс С1 умножено на С2 равно 0. Формула 9,9. Это означает, что условие перпендикулярности плоскости. То есть в этом случае числитель формулы 9,7 равно 0. Значит, косинус π равно 0. А косинус π равно 0, это означает φ равно 90 градусов. От этого выходит условие перпендикулярности. Дальше. Расстояние от точки М с координатами x0, y0, z0 до плоскости, уравнением, которое задано в общем виде по формуле 9,1, определяется по формуле, вот я вам помогу, АХ0 плюс ВУ0 плюс СЗ0 плюс Д делено на корень квадратный под корнем А квадрат плюс В квадрат плюс В квадрат. Вот по этой формуле мы определяем от заданной точки до плоскости кратчайшее расстояние. То есть самое короткое расстояние. Пример четвертый. Найти расстояние точки М с координатами 2, 0, 8 от плоскости и до плоскости. 2х минус 2у плюс z минус 6 равно 0. Тоже плоскость здесь задается в общем виде. Решение. Уже все параметры нам известны. Сразу подставляем формулу 9,10. Формула 9,10. Расстояние. Вот поставили вместо А у нас 2. Координата х 0, 2, минус, да, v равно минус 2, а координаты y 0 равно 0, поэтому 0, плюс z равно коэффициенту 1,
и координата Z0 равно 8 и минус 6. В результате выходит от модуля плюс 6 деленное на 3. Квадрат из знаменателя выходит 3. Так, 4, 4 плюс 1. Таким образом, 6 разделить на 3 выходит 2. Расстояние от точки М до плоскости, заданной плоскости, равно на 2 единицы. Вот и определение расстояния. Дальше. Уравнение прямой в пространстве. Первый вид уравнения прямой – это параметрическое уравнение прямой. X равно x0 плюс t ax. Y равно yt плюс t ay. Z равно z0 плюс t az. Где t – параметры от этого названия. x0, y0, z0 – это заданная точка, которая проходит прямой. Ax, ay, az – это координаты направляющего вектора. S. Это первое уравнение прямой в пространстве. Называется параметрическое уравнение прямой в пространстве. От слова параметра. Следующий вид уравнения. Это x минус x0 делено на x. И равно y минус y0 делено на y. Равно z минус z0 делено на z. Где ax квадрат плюс ay квадрат плюс az квадрат не равны нулю. Формула 9.12. Это называется каноническое уравнение прямой. Ну, здесь опять координаты x0, y0, z0. Это первое уравнение, это заданная точка. Ax, ay, az – это координаты направляющего вектора. Дальше. В общем виде, то есть в общем уравнение прямой. Это пересечение двух плоскостей с уравнением. Первый плоскость A1X плюс Y1Y плюс C1Z плюс D1 равно нулю. Это уравнение первой плоскости. И уравнение второй плоскости A2X плюс B2Y плюс C2Z плюс D2 равно нулю. Как системы решаем, это получится. Они пересекаются по линии, это линия с прямой. Это формула 9.13. И последнее. Уравнение прямой, проходящей через две точки. Ну, здесь точки задаются с координатами. М1 имеет координату x1, y1, z1. М2 имеет координату x2, y2, z2. Тогда уравнение, проходящее через эти точки в пространстве, пишет x минус x1 делено x2 минус x1 равно y минус y1 делено y2 минус y1 равно z минус z1 делено z2 минус z1. Формула 9.14. Называется уравнением, проходящим через две данные точки. Вот основные понятия уравнения поверхности, которые рассматриваются плоскостью. Ну, здесь на уравнении прямой нет примеров, на уравнении плоскости на всех видах есть примеры.
А примеры уравнения прямой, это мы рассмотрим на практике. Вот на практике несколько примеров, 4 примера стоит. Вот на практике поработаем. Ну, сегодняшние лекции я вам скину. Общий чат посмотрите. Некоторые моменты консультируйте для себя. Сегодня у нас должна быть практика, но я сделаю практику, лекцию, чтобы не отстало от программы. Сәлемет сөй, ағай. Сәлемет. Ағай, мен мұна жерде бір сұрағым бар еді. Айтай. Бірінші пример решение бар ғой. Соңында 2x минус 3 y плюс 4 z дай 8 болған ғой. И 8-де 8 қайдан келді деп тұрмыз. 8 мәлі бар еді. И төбедегі 8 9 болмай ма? Жо, мұна ол не екен? Уравнение просто. Соңғы 8 болмай, соңғы. Осы 8-ді оң жағына шығарамыз. Мен неге ол қайдан келді деп тұрмыз. Сосын осы 8-де екі жағында бөлеміз. Сонда мынадай болады. 8-ден 8 қысқаратта бір шығады. Болды, болды, түсіндім. Сол жеріне қиналып тұрған еді. Жақсы. Түсінбеген жеріңді сұрап отыр. Тағы сұрағым бар ма? Жо, болды, түсіндім. Барлығы. Тек жаңағы. Группаңыздың қалғандары шықпай жатыр ғой. Айтатын ғой, что-то білмеймін, кірмей жатырға сабаққа. Жарайды. Мен бірінші рубежіге бәріне қойдым. Олар басында қатысқан бірінші сабаққа. Ал екінші рубежіге өзі кім қалай қатысты? Айтам ғой, енді кірмесең. Кірмесе жоқ екінші рубеж. Солай айтасың. Енді өз сессия жақындап жатыр, ойланатын шығар өздер. Жарайды, онда сұрағыңыз жоқ болса, осымен лекциямыз бітті. Келесі аптада тағы бірінші понедельникте лекция болады. Сосын ары қарай практика жалғаса береді. Жарайды, сау болыңыз, рахмет. Сау болыңыз.